На сегодняшний день в Западно-Казахстанской области уже 7 тысяч человек получили первую прививку от коронавируса. До конца месяца ожидается прибытие крупной партии вакцины. В числе вакцинированных переболевший КВИ глава управления здравоохранения Западно-Казахстанской области Арман Калибеков. Он получил первый компонент вакцины «Спутник ВИ». Главный медик области говорит, что чувствует себя вполне нормально. Арман Калибеков переболел коронавирусной инфекцией летом прошлого года. Тогда он возглавлял городскую многопрофильную больницу, которая принимала ковид-больных. Глава облздрава заявил, что лечился в стационаре. После перенесенного заболевания у него имелся высокий уровень антител. Но через 6 месяцев после выздоровления опасность нового заражения возрастает. До конца этого месяца должно прийти порядка 49 700 вакцин. Планируем охватить большое количество населения нашей области. На сегодняшний день функционирует порядка 30 прививочных кабинетов, где проводятся вакцинации для контингента определенного приказа. Медики отмечают, что люди стали охотнее идти на прививку. Примером для них являются врачи и педагоги, которые рассказали, что побочные эффекты, даже если имеются, то быстро проходят. С 1 февраля мы вакцинацию проводим. В принципе, из уст в уста передается, что переносится нормально, каких-то таких критичных побочных реакций не отмечается, и люди все больше и больше проявляют интерес к вакцине. Врачи призывают население принять активное участие в вакцинации. Прививки делаются добровольцам на бесплатной основе. По нашей поликлинике привились 360 в начале медработников. На сегодняшний день 400 медработников. Привились в первую очередь то население, которое живет на нашей территории, прикреплено к нам. Это силовики, это педагоги, медицинские работники, которые работают в других учреждениях. Почему? Потому что это первые люди контактные, которые вступают в контакт с населением. Отметим, что за последнюю неделю в Западно-Казахстанской области на 23% вырос уровень заболеваемости коронавирусом. В Уральске инфекционные койки заполнены на 90%. Регион в течение последних 20 дней находится в красной зоне. Роман Копняев, Манарбек Кушалиев, Александр Грабарев, ТДК-42.